Я пол ночи бегал по полициям, так что... У нас пива было много. И ты потом уже не замечаешь вот эти вот вещи. Да. Я помню, знаешь, мы в Париже... А, смотри, по спарже мы ищем лицев, которые делают вот из этой вот эту корею изо всего там, да, там с высокими краями. Вот, туда, там жарится, там туда закладывается. Знаете, может быть, первую секунду это был шок, а вторую секунду даже наоборот, мне приятно, что не все русские вот агрессоры. И... Ну, каждый человек русский, он не русский, выбирает для себя сторону. Данный человек сделал столько добра для всех нас, значит, он считает, что ему его место здесь находиться, в данный момент помогать украинцам. То есть... Войны. Когда ты уехал из дому и остался без крова, и тебе надо спасать своих детей, не имеет значения, кто помог. Болгарин, русский, армянин, украинец, какой бы ты ни был национальности. Если ты остался человеком и готов протянуть руку помощи, не нужно отворачиваться. Испытывах гулям срам. Просто гулям срам, че аз поне косвенно имам някакво отношение към това нещо. И затова аз не вярвам в колективна вина, но вярвам в колективна отговорност. И аз за себе си реших, че аз трябва да поемам някаква отговорност преди хора, които бяха застрашени от война. И поэтому мне необходима была зарплата более высокая, чтобы снять жилье и создать максимально комфортные условия, которые были в нашем городе. Поэтому зарплата в Березке позволяет мне снимать квартиру и обеспечить достойную жизнь моей семье. Мои родственники считают, что не все россияне поддерживают политику правительства российского. И то, что наше руководство не словами, а делами показывает, что действительно поддерживают беженцев и выступают против войны,
То есть они считают, что здесь нельзя, знаете, обобщать все. Здесь...